Человеком дня сегодня стала 19-летняя Вивиана Андазола Маркес. Ее история не смогла оставить равнодушными жителей планеты. Год назад бездомная девушка осуществила мечту и поступила туда, где учатся только самые умные и самые богатые юноши и девушки – Ельский университет. Это легендарное заведение входит в Лигу Плюща – сообщество 8 наиболее престижных частных американских университетов. Это альма-матер 5 президентов США. Счастливым билетом из богемы в новую жизнь стала трогательное эссе, которое девушка отправила «Нью-Йорк Таймс» на конкурс сочинений старшеклассников о финансах. В нем говорилось, каждый день это новый вызов и игра в адаптацию. Побеждаю ситуацию, прежде чем она победит меня. Я училась там, где $5 должно было хватить на обед семье из 5 человек. Наряду с несколькими аналогичными работами абитуриентов, именно в эссе Вивианы увидели силу личности и потенциал к преодолению трудностей. Получив огласку в СМИ, ее история привлекла внимание и Еля, и нескольких других престижных вузов. К моменту окончания школы девушка получила несколько стипендий на общую сумму около $2 миллиона и могла выбирать из предложений Еля, Принстона и Гарварда. Теперь Вивиана уверена, мы всегда можем контролировать собственную жизнь и менять ее по собственному усмотрению.